слабак! Ха-ха-ха-ха-ха, слабак! Лохушка! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита! Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Я буду тебе очень признателен. Ну что же, ребята, вы готовы узреть просто офигенную модификацию? В общем, пошли модификации, начали клепать именно злых зараженных персонажей. И сегодня у нас будет Сандей. Посмотрим, друзья, что же будет. Я уже на самом деле соскучился по этой модификации. Ля, просто посмотри, какая она чумовая. Story мод. Новую кружечку купил, посмотрите, ребят. Просто посмотрите, какой Фредди прикольный. Так, ну, конечно же, хард, друзья, конечно. Изменились здесь ли катсцены, ребята? Нет, похоже... В общем, Сандей сейчас отдыхает. Спит. И, конечно, лучше ее не будить, друзья, потому что если разбудишь, я так понимаю, она будет очень-очень злая. Окей, мы с тобой пропускаем. В принципе, мы это уже видели. Переводили, вот. О, нихрена! Вот что значит, так сказать, не с той ноги встать, ребята. Привет, Сандей. Ты умрешь? Ха-ха, лол. Ты... Тебя убьют. Ха-ха, ты умрешь. Отличные диалоги. В общем, ребята, маленькая такая предыстория, что бойфренд, он... охотится за всеми персонажами и хочет сделать их злыми зараженными. Пошло, ребят! Ля! Круто! Но она правда похожа, ей прям идет злой стиль. Если она сейчас полностью зараженной станет. Капец. Друзья, вот это вот я понимаю начало, а? Ля, бойфренд, ты уверен, что справишься? Кстати, надо анимацию проигрыша обязательно посмотреть. Ха-ха, слабак! Ха-ха, что? Ага, умрешь, ты умрешь! Ха-ха, лох! Ха-ха, love you! Я помню, друзья, как только в интернете появилось вот это вот лол, начали все писать лол, все думали, что это типа лох. Вот я помню. Оу-оу-оу. Слушай, отличный перевод, мне нравится. Автор этой модификации, просто жму тебе руку, потому что ты красавчик. Я английский хреново знаю, а тут даже ничего переводить толком не надо. Блин, шикарно. Да, она все больше и больше, смотри, покрывается этой плесенью, скажем так. Черт, ну помыться хоть стоило бы, как говорится. Такое чувство, что бойфренд вообще никогда не мылся. Никогда не моется. Ну что, ребят, нормально. У меня тоже был такой период, на самом деле, ребят. Ух, воняло-то, ух, воняло, будь здоров. Где-то месяц не был. Я реально, я на полном серьезе тебе говорю. Это было очень давно, летом. И я, короче, решил... Не знаю, все время посвятить именно Симпсонам. Чисто пересмотреть все сезоны и, в общем, прикинь, месяц не мог. Я здесь серьезно говорю, пахло как от бомжатины вообще вот так вот. Мойся, братишка, хотя бы раз в недельку, все дела там. Ну что, вообще каждый день типа совет. Ну там, кстати, что-то смываются, что бактерии какие-то полезные, говорят, что ли нельзя. Ну не знаю, ребят, не могу сказать точно. Ха-ха, лох, слабак. Ха-ха, сука. Бип, скип, лох. Ты умрешь. Ха-ха-ха-ха, слабак. Лохушка.
Гениальные просто диалоги. Блин, это мне нравится. Отлично, великолепно. Ты лох, слабак. Разборки, блин. В четвертом, в третьем классе, блин. Пошли у нас тут. Чем же это все закончится, друзья? Кто же из них стопроцентный лох? Кто слабак? Ля, пошло, пошло. Анимацию проигрыша, дядь! Анимацию проигрыша забыли! Мне хочется плакать, ну почему? Почему не поменяли? Ну почему? Блин. Я помню мод на злого зараженного Вити. Это было просто так потрясающе. Какие там треки? Обязательно посмотри, если не видел. Мне интересно, она вот когда полностью-то сможет она... Погоди, так это вроде последняя песня, да? Поэтому она не сможет. Диалоги шикарные. Хорош. Я не знаю, почему некоторые клавиши чуть не нажимаются. Как-то хреново. Чё у меня с клавой? Пошло, поехало! Борис Сандей! Я не знаю, они что-то не... Goodness, keep it down. Ты бы успокоился. Все, конец. Да в смысле? Блин. Короче, ребят, я так понимаю, нормальная, хорошая концовка у нас тут вышла. Санда и не превратилась полностью. На удивление, все модификации всех персонажей превращали в злых. Вот. Хотя нет, Уити, по-моему, там на мгновение все-таки... Блин, я спойлерю, да? Хотя нет, 100% ты видел. В общем, он, так сказать, все равно как-то нашел силу, немножко лицо свое приоткрыл, но потом опять вроде как. Поэтому тут я прям удивляюсь. Кэрол зашла такая, ну-ка потише, быстро вы. И все, и успокоились. Ладно, друзья, на этом все. Надеюсь, тебе зашло. Бай-бай, дорогой братишка.